И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик Покемончик и Даша. И сегодня мы играем в Гаррис Мод по многочисленным просьбам с аниматрониками и в прятки. Ребята, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. И мы договорились, что Димончик будет искать нас первый. Все, Димончик, да. Закрывай глаза. О, давайте, знаете, что мы сделаем? Давай мы сделаем так, я удалю экран, чтобы ты даже не мог его палить. Так, сейчас, ребятушки. Давай. Удалить. О, а я не знал, что можно удалить. Я так поэкспериментировал. Ого. Рамка осталась, да? И комната. Но смотреть ты не можешь. Все, Даша, побежали. Закрываем его здесь. Нет, нельзя. Можно, можно. Так, прятаться можно там, где нельзя пролететь на В. То есть без В прятаться. Так будет честнее. А то у меня уже такие фантазии. Там можно вылететь за комнату где-то на В. Я уже знаю, где я буду прятаться. Я тоже. Так, так, так. А сколько времени даем? Ну, запрята карта ж небольшая, запрячемся и да, скажем, будем искать. Скажите мне. Да-да-да, мы. Я? Подожди, я что, не могу сюда запрыгнуть? О, можно, можно, можно. Ать. Все, а я запрятался. А ты дашь? Да, я иду. Нас ищет. Ого, какая молния, слышите, ребята? На улице. Прям какое-то грозище. А можно переходить из места, где спрятаться? Можешь, можешь. Все равно аниматроник, он тебя съест. Димон за Фокси сегодня у нас играет. Ну, все любят Фокси. И Фокси любит нас. Все, Димончик, ищи. Конечно, такое место выбрал, что ты меня можешь быстро найти. Ну, может, и не найдешь. Я в какую-то темную комнату зашел, ничего не видно даже. А у тебя фонарика нету у Фоксюшкина? Вроде в последней модели у Фокси же было этот, ночное видение. Прибор, не? Я ничего не вижу. На ходу придумал какую-то фигню. Вот это там, ты-то, короче, молния, когда сверкает, поглядывай. Если ты возле окна где-то. Сидим себе тихонечко и не дуем ни во что. Настроение классное. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Димон бегает. А я его слышу. Я тоже. Он прям возле меня пробежал. Фокси уже постарел, уже Фокси не такой, как все. Ой, уже не такой, как раньше. Он, ты маленький Фокси. Я плюш-трапик. А, ты плюш-трапик. А, плюш-трап он такой, имбовый пацан. Маленький. Маленький, но удаленький. Сидим, ребята, ждем. У нас сегодня релаксующая серия. Наслаждаемся и улыбаемся. О, я слышу, он где-то там полы моет. Шипит, шипит. Это когда моя кошка видит, другую кошку так делает. Кстати, Ксюшка лежит на полу, звал ее на съемки. Обиделась на меня, вы тогда мало лайков поставили, говорит. Ладно, шучу, дизлайков. Говорит, поставили два дизлайка, я больше с тобой записываться не буду. Вообще, как будто щеткой по стенке шкребут, такой звук. Так, кстати, следующая серия будет, как вы любите. Мы возьмем классную карту. А, кстати, мы планируем уже вторую часть портал записать. Я уже подготовил три карты. Надеюсь, в следующей серии даже четыре карты мы попытаемся подготовить для вас. Я уже придумал сюжетик. Вообще, он был заранее придуман, но я просто хочу, чтобы вторая серия была лучше, чем первая. Потому что я вижу портал хорошо, но там уже вроде 60 тысяч просмотров, даже больше уже. Я вижу, вам понравилось, и я готов уже с Димончиком записать. Может, даже мы Дашу тоже внедрим и вторую серию запишем с Дашей. Да, Даш, ты не против будешь? Портал же на двоих. Не-не-не, у нас же сериал «Портал». Есть первая серия вышла «Портал», она уже 60 тысяч набрала. Мы там по порталам прыгаем, и за нами аниматроники гоняются. Кстати, очень прикольно. Хотя он мало набирал просмотров, но вот в последнее время он вообще там по 1000 просмотров, по 800 там за сутки набирает. Был один день даже 2000 набрал. Это был выходной. Вечер. Ночь. Все сидели смотрели. Убил! Дай, Димончик, давай меня ищи. Ищи. О, давайте так, кто первый, кого первого нашли, тот, я не, тот и будет искать. Так что, Даша, следующая ищешь ты. Так, я сейчас улетаю, да? Только не подсказывать, где я. Так нечестно. А я ж не знаю. Я могу ему подсказку сделать, где я. Или да. Не надо? Можно я просто ходить буду? О, Ксюша, иди ко мне, иди. Красотулечка. Ой. Вот так вот. Тихо, от микрофона не тереться. Кто на любительница у нас? Любвеобилие микрофонов. Ксюша, любительница микрофонов. Кошеняточка наша. Так я трансформировался. Кого? Чик. Ой, я вижу.
Блин, ну я слышу, ты где-то бегаешь рядом. Не-не, это я. А это ты? Не-не, он бегает, я просто летаю. Леончик, если ты сдаешься, я тебе подскажу, где я. Ну, я могу маленькую подсказку тебе дать. Угу. Хочешь? Давай. Я на карте. Это маленькая подсказка. Прикольно. Если я тебе подскажу маленькую подсказку, ты сразу догадаешься, где это. Даже если манюсенькую. Просто у меня есть подсказка, но она сильно такая подсказывающая. Ну, я могу и по-другому сказать, но она тоже будет как бы сильная подсказка. Понятно. Туалет. О, господи. Кто там шипит? Блин! Даша, зачем ты подсказала? Он все туалеты пожрал. Я сам нашел. Я просто понял, что ты можешь только здесь спрятаться. Я хотел сначала подсказать в месте, где сильно воняет. Ну, понятно, что это туалет, да? Потом в месте, где куда все ходят каждый день. Тоже сильная подсказка. А ты сам спалился. Я говорю, в туалете, ты говори, и ты промолчал. Я на камеру махал «нет». Если бы сказал «нет», это тоже, ну, палевно. Сказал бы «да». Хотя можно было сказать «да», но тоже Дима бы... Да Дима бы и так бы проверил туалет. Это тоже, наверное, была последняя метка, где можно было нас найти. Я Даша, теперь... давай теперь ты. Иди в комнату смеха, а мы с Димончиком прячемся. Почему я взял Диппера? Потому что Диппер, у него маленькая текстурка, и классно прятаться. Я тоже взял другую текстурку. Ну все, я побежал прятаться. Так, я тоже. Какой небаганный аниматроник, чтобы не вылетал скример? Ну, я не знаю, у меня никакой небаганный. Иван, какого ты пака только что брал? Из Five Nights at Freddy 4. Душка пришла. Любовь принесла. Няшности добавляет на ролики. Вот она любит микрофон. Вот раньше не терлась, потому что стоял на штативе. Теперь, когда штатив настольный, все, теперь можно тереться. Так, я не могу найти место. Все, я спрятался. Прятался. Вот этот отличный. Да, Димон? Идеально. Идеально? Идеально. Ничего идеального не бывает в нашем мире, все это знают. О, Димон, тихо, смотри, это я тут рядышком, видишь? А-а-а, дело в том, что я бы там сидел, но там сильно, как у негра в жопе, ничего не видно там. Так, ребята, смотрите, я нашел нычку хорошую, все, я запрятался. Димон? Все, ищи нас. Ищи нас полностью. Ксюша пошла кушать, проголодалась. Потерлась о микрофон, думает, пойду я поем. Даша ищет, не найдет никогда нас в жизни. И сейчас ты опять найдешь Димона, Димон будет опять искать. Не, так будет нечестно, я буду искать. Хочу я тоже поискать вас, попробовать, как же это быть искателем. А только он не найдет, он тебя первым найдет. Да? Ну посмотрим, может и не найдет, с чего ты взял. Найдет на... Нет. Тебя первого. Нет, не найдет. Даша, ищи его первого. Только как она знает, кого искать первого? Подписчики написали, что в Роблоксе какой-то режим классный про школу есть. Надо будет как-то сыграть в него, поугарать. Можно завтра, в принципе, собраться, пойти в режим. Все ж любят школу, да? Нет. Дима сразу нет. Напишите в комментариях, кто в какой класс пошел. Бомбит. Где вы? О, так, я. Так, я тебе подсказку даю, чтобы ускорить процесс. Я вам гранату вообще кинул. Я не знал, что Даша так будет долго искать, а я хотел сложнее карту искать, да нема смысла. Мне кажется, я в черном квадратике метр на метр выиграю. Блин, если я тоже буду долго что, искать. Что, марионетки, ты фигней сидишь? Даша ушла из той комнаты, где я был, спрятался. Он тебе уже в открытую подсказку говорит. Я был в той комнате с игровым автоматом. Ты мимо меня пробегала раз 6 просто. Мимо меня прям ко мне впритык подходила. Блин! Блин, нафига я стрелял и фонарик еще включил? Так, теперь я буду свидетелем Иеговых смотреть, как Димончика ищут. Ребята, смотрите, блин, я сейчас прицелом показываю Димон стоит, чтобы не думали, что... Вон я его вижу, видите, даже имя написано его. Даша, не... Ну, Даша, не лежал, реально не видишь? И у Димончика по 5 хп забираю, когда смеюсь.
Ну вот он бегает. Нет. Ну вот. Ну скелет уж как тонкий. Это прикольно, Диман. Молодец, классно. Я тебе говорю, я даже могу в квадрате, вообще просто в черном квадрате спрятаться, меня там не дойдет никто. Даша, как ты не заметила это? Где он вот стоял? А вот тут в углу стоял, Даша, вот здесь вот в углу стоял, только наверху на этом, на автомате. Все, ребята, я пошел в свою комнату смеха, я вас жду. Смотри, Димас, я могу так спрятаться, что фиг найдете. Ну и давай, Димон, я готов. Давай, прячься. Скажите, когда запрячетесь, и я начну вас искать. Я все. Ну классно, мы поржали, конечно, Димон, ты молодец. Ну Даша не нашла. Знаешь, почему я тебя увидел? У меня горизмот максимально яркость выкручена. Я еще подкрутил максимум. Все. Все, Даша, ты тоже запряталась? Угу. Потихонечку, помаленечку, по зернышку. Курочка по зернышку клюет. Тук-тук-тук-тук, да? Надо будет как-то пропхант нам сыграть. Классная тема. Сейчас найдем. Ну, Дашу точно найду. Димон хитрый жук. Так, здесь точно, да, нету? Лампочка, ну, помигай еще. Нету. Выходим. Главное, что я могу навестись и увижу имя твое. Мою подсказку, да, Даша использовала? Все, Дашу слил. Даша, ты, если бы ты при мне не двигалась, я бы тебя не увидел. Ты двигалась при мне. Поэтому я тебя увидел. Кто маринетка может заглядывать, ломая туалеты. Давайте туалеты обшныряем. Ну, я знаю, Дима не будет так прятаться сильно просто в туалетах. Димон прохаванный перец. Блин, реально аниматроникам тяжело искать. Я думал, вы прикалываете, что долго искать там. Троллите меня. Нет. Тяжело. Можно я хотел сложить карту. Подсказку, ты меня проходил. Ага. Я уже тут полкарты обошел, поздно подсказал. Лучше бы ты подсказал, в темноте ты или нет? А? В темноте ты или нет, лучше подсказал бы. Это было бы очень сильная подсказка. Очень сильная, да, подсказка? Много темноты. Если бы я там был. Только Даша пусть не подсказывает. Когда я уже сдамся, тогда с Дашей будем искать. И ты вообще тогда уже подсказку в открытую сказал, я в этой комнате. Так мы, наверное, до сих пор бы, да, тебя Димон искали? Ты говоришь, я мимо прошел. Я знаю, где Димон уже. Да, она подсветила, она видела. Ага, подсветила, значит, ты в темноте. А ты что думал? А, Даша, значит, ты в этой комнате, значит, тут и Димон где-то. Я уже давно. А ты уже давно? Я давно в этой комнате, да? Ну тут лампа мигает, тут реально видно было в тебя. А вот ты хочешь, чтобы я прям вот под светом, что ли, запрятался? Ну это было бы слишком глупо. А Даша взяла мой метод, взяла аниматроника и четвертым стала на сцене. Если бы она не шевельнулась, я бы, ну, не въехал бы сразу, не понял бы. Значит, ты тут где-то. Нет, ну это вообще хардовая комната, тут нереально найти. Он не в этой комнате? Хоть подсказку, чтобы я тут зря не тысячу раз не клацал. Нет, не в этой. Подсказка, да, я не на кухне. На кухне все, все, теперь я понял, все, теперь я, потому что на кухне вообще имбово прятаться. Это скелет же еще, он дрищец, его не видно, у него эти кости, блин. Тебе можно, если ветер будет, я тебя по свисту узнаю. Попробуй. Так хочется от первого лица сделать? Ой, я могу контр нажать и ниже видеть все. От этого разницы никакой нету. Так, мне кажется, он где-то здесь. Вот где-то я рядышком прохожу. Это Даша. Мне кажется, он где-то здесь, вот в этой части комнаты. Сейчас, 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 сейчас. Да внимательно. В какой комнате? Вот в этой. Да ты в этой комнате, я по-любому уверен. Зараза. Есть! Знаешь, как я тебя увидел? Была молния, я ломик увидел, крючок такой. Ты ломик в руках держал или нет? Да, да, да. Вот по ломику, если бы ты ломик не держал в руках, я бы тебя не увидел. Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.